Меня зовут Эмирим Турсалиева, я живу в Цюрихе и являюсь президентом швейцарско-кыргызской диаспоры Швейцарии. Живу, наверное, как бы на две страны, на два города где-то. Конечно, ощущение, что ты мигрант, он всегда есть. Каждый раз приезжая в Бишкек, мне не безразлично, что у нас происходит в Бишкеке. Мне не безразлично, каким воздухом мы здесь дышим. У меня и у моей подруги Айнуры Сагыновой появилась такая идея, что мы могли бы сделать мобильное приложение «Тазар». Мы собрали все пункты приема, да, отходов по Бишкеку, в Карабалте, в Аше, в Джалабаде. Также у нас есть экогид, получается, в приложении, где люди могут как бы посмотреть наглядно, как сортировать, и могут изучать, к примеру, маркировки отходов, да, куда, что можно сдавать, что у нас в Кыргызстане перерабатывается, а что у нас не перерабатывается. И также через наше приложение можно сдать. Основная цель общая – это бороться с проблемами отходов, мусора в Кыргызстане. И чтобы как можно меньше отходов попадало на наш полигон. Международная организация по миграции тесно работает с кыргызскими диаспорами по всему миру. И это очень важно, потому что многие мигранты ощущают свою неразрывную связь с Кыргызстаном. Мы, будучи за границей, очень сильно переживаем за свою страну, поэтому очень многие мигранты вносят свой большой вклад в развитие страны, даже находясь вне Кыргызстана.